Приветствую всех, меня зовут Андрей, добро пожаловать на канал InStarting News. Сегодня мы с вами поговорим про Сальвадор и его паспорта за биткоин. Также обсудим XRP, который может взлететь на 7000%. Ну и обсудим другие темы, поэтому усаживайтесь поудобнее, я желаю вам приятного просмотра. Погнали начинать. Помните, как в 2021 году, в прошлом бычьем цикле, Сальвадор привлек внимание мировых СМИ, заявив о том, что биткоин станет законным средством платежа. И вот мы стоим с вами на пороге новой бычки, и Сальвадор также не перестает удивлять. На этот раз страна запускает программу под названием «Принятие визы свободы Сальвадора» стоимостью 1 миллион долларов. Что это значит? Так называемая Freedom Visa, которая ограничена 1000 участниками в год, направлена на привлечение тех, кто хочет получить вид на жительство или гражданство Сальвадора за инвестиции. Некий такой аналог Golden Visa, который имеется в других странах. Чтобы получить заветную визу, инвесторы должны инвестировать 1 миллион долларов в биткоины или в USDT. Успешные заявители получат сальвадорский паспорт и гражданство этой страны. Процитирую вам слова вице-министра иностранных дел. Он заявил, что программа принятия визы свободы Сальвадора предоставляет уникальную возможность активно участвовать в формировании будущего страны. Министерство заявило, что такая инициатива способна привлекать до 1 миллиарда долларов в год при условии, если весь этот пул в 1000 участников будет заполнен. Данный проект реализуется при поддержке эмитента стейблкоинов Tether, который выступает в качестве технологического партнера. Интересно, что данная инициатива превышает по стоимости в 10 раз аналогичные программы гражданства в соседних странах, такие как Антигуа, Доминика и Сент-Люсия. Так что, друзья, кто хотел иметь гражданство другой страны и у кого завалялся лишний лям баксов, добро пожаловать. Ну а мы едем дальше. Далее мы с вами поговорим про XRP и ее возможный рост на 7000%. Google Bard, экспериментальный искусственный интеллект от Google, провел анализ на влияние халвинга биткоина на цену XRP. И вот какие результаты он получил. Наблюдая за тем, как движение цен на биткоин влияет на крипторынок, Bard рассмотрел различные сценарии роста цен XRP. Конечно, просчитать точные масштабы развития событий искусственный интеллект не смог. Это достаточно сложно. Поэтому он изучил прошлые данные халвингов за прошлые годы и соотнес их с динамикой XRP. Исходя из исторических данных и текущих рыночных условий, Bard предположил, что XRP может достигнуть 38,5 долларов за монету при условии, если биткоин достигнет 100 тысяч долларов за единицу. Звучит вкусно, согласитесь. В более оптимистичном сценарии при достижении биткоина цены в 200 тысяч долларов – цена XRP могла бы достичь 46,5 долларов. На секундочку, на данный момент данная криптовалюта торгуется в диапазоне 60 центов. Если же подобные сценарии реализуются и окажется, что искусственный интеллект все четко и правильно просчитал, то мы увидим значительный рост цены XRP до 7000%. Верить этому или не верить, конечно же, дело каждого, но если на секундочку увлечься и помечтать, то это было бы, конечно, интересно с точки зрения инвестиций. Именно исторические данные прошлых халвингов Bard взял за основу, так как после трех предыдущих халвингов наблюдался существенный рост цен на все криптовалюты. Поэтому искусственный интеллект не исключил возможность повторения этой тенденции при надвигающемся халвинге. А теперь немного поговорим о мемкоинах, а конкретно о Shiba Inu. Анонимный инвестор, владеющий большим количеством Shiba, недавно закупился аж на 42 миллиона долларов. Он приобрел 4 триллиона монет Shiba. Это самая значительная покупка в декабре и в четвертом квартале 2023 года. Самое интересное, что в течение года данный пользователь не перемещал шиб, не продавал их, в общем, ничего с ними не делал, лишь просто закупался. Напомню, что на прошлой неделе команда Shibarium заявила, что в январе начнет сжигать токены Shiba. Возможно, это спровоцирует некий рост. Возможно, на это и рассчитывал этот пользователь, который приобрел на такую огромную сумму данные токены. Если все же Shibarium удастся сжигать триллионы токенов в год,
то, скорее всего, на бычьем рынке цена криптовалюты действительно может расти семимильными шагами. И даже в самом таком амбициозном варианте цена может достигнуть $1. Хотя существует множество противоречий, обоснованных, необоснованных. Тут уж с какой стороны посмотреть, что такой отметки достаточно сложно будет достичь данной криптовалюте. Сейчас данная криптовалюта от отметки в $1 торгуется там порядка на несколько тысяч процентов ниже. Ну, мы будем, конечно же, следить за развитием этих событий, а чтобы не оставаться в стороне и быть в курсе всего этого, я вам рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Cryptos по ссылке в описании. Именно там у нас публикуются самые актуальные крипто-новости практически в режиме реального времени. Если вы не хотите пропустить важные события в мире криптовалют, обязательно подписывайтесь, так как, видите, сейчас начинается жаришка на рынке, постоянно происходят какие-то события. В целом весь рынок начинает расти и разогреваться, поэтому я думаю, это важно сделать и важно быть в курсе всех этих моментов. Поэтому ссылка в описании, обязательно подписывайтесь. Ну а сейчас я бы вам хотел напомнить немного о нашем закрытом клубе. Кто не знал, у нас есть закрытая комьюнити, участники которого получают просто неимоверную пользу. В закрытый клуб у нас входит ряд различных курсов по криптовалюте, именно по заработку на криптовалюте. Также у нас входят различные мастер-классы от экспертов, как на тему инвестиций, так же и на тему личностного роста. Также у нас есть курс от Маргулана Сесимбаева и еще много-много-много других полезных образовательных продуктов. Помимо этого, вы получаете доступ к сигналам по нашим платным подпискам от профессиональных трейдеров, стоимость которых достигает 10 с лишним тысяч долларов в год. В год, друзья, это очень важный момент. Ну и также у нас есть множество различных чатов, есть закрытый канал, где мы делимся своими сделками, своими результатами, своими какими-либо рекомендациями. Все это вы получаете и много всего другого. Можете перейти по второй ссылке в описании и ознакомиться. Все это вы получаете на данный момент за $555 пожизненно. Представляете, да? Только сравните, за $555 пожизненно вы получаете одних только подписок на сигналы стоимостью больше $10,000 в год. Представляете? А мы предоставляем доступ в клуб пожизненно. Это уникальная возможность, и сейчас самое выгодное время залетать, потому что после Нового года цена повысится до $999. Цена у нас с каждым годом растет, потому что растет ценность. У нас есть ребята, которые залетали еще по $150, и они за $150 получили просто неимоверную пользу и получают ее по сей день, потому что мы пополняем наш клуб материалами, различными полезными продуктами, которые купят ваш вход в клуб в ту же секунду, как только вы оплатите доступ, уж поверьте. Поэтому, друзья, добро пожаловать. Также, друзья, не забывайте подписываться на наш открытый телеграм-канал InStarting, где на еженедельной основе мы проводим розыгрыш, где абсолютно каждый из вас, выполнив простейшие условия, может выиграть $77,7 на свой криптокошелек. Все условия будут там, по первой ссылке в описании, обязательно переходите и подписывайтесь. Ну и не забывайте подписаться на этот канал. На регулярной основе я выпускаю короткие ролики в шортс, обязательно их смотрите, там тоже очень много полезной информации. Подпишитесь, поставьте колокольчик и обязательно порекомендуйте этот канал друзьям. Не забывайте спускаться в комментарии, оставлять свое мнение, пожелания, конструктивную критику и так далее. Ну и конечно же оставайтесь с нами, подписывайтесь на все наши каналы. С вами был Андрей, канал InStarting News. Не переключайтесь. До скорых встреч!